Возлюбленные братья и сестры, и я хочу, чтобы мы сделали еще одно действие. Знаете, с того момента, когда мы перешли вот сюда, в этот зал, мне так легко здесь вот славить и поклоняться Ему, потому что вы так плотненько стоите, и такая теплота, и я чувствую, как зал отвечает. А там, в большом зале, все разбрелись, да? Я хочу поделиться с вами словом. Колоссянам 3:16. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Воспевая в сердцах. Как вы вообще понимаете это? Воспевая, ну, здесь так написано, в сердцах ваших Господу. То есть это значит, может быть, просто мы поем песню в сердце и стоим. Но слово, которое здесь употребляется, в сердцах, на греческом буквально означает источник всего в человеке, мыслей, воли, желаний, чувств и страстей. То есть, здесь больше говорится о том, что чтобы мы не оставались безучастными, чтобы мы прославляли всем сердцем, всеми эмоциями, всеми страстями нашими. Понимаете, да? То есть в другом переводе, в современном, говорится по-другому немножко, читается, и оно звучит немного по-другому. Пусть живет в вас Слово Христа во всем богатстве. Пусть живет в вас Слово Машиаха во всем богатстве. И тогда... Когда у вас живет это слово во всем богатстве, и тогда сказано, вы сможете, и тогда вы сможете учить, увещевать друг друга совершенной мудростью. Когда у вас живет Слово Его во всем богатстве, тогда вы можете учить, увещевать друг друга с совершенной мудростью. И тогда вы можете петь псалмы, вы можете петь гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце. Брат Сергей, можно тебя попросить? Пожалуйста. Давайте прославим Бога за нашего дорогого брата. Вот
Аллилуйя! А есть здесь крепкие братья? Можно, пожалуйста, надо четверых крепких братьев? И один стульчик, пожалуйста. Давайте. Аллилуйя. Так, где наши крепкие братья? Сережа, пожалуйста, присядь, дорогой. Вот этого молодого человека очень большой юбилей. Завтра ему будет 50 лет. И мы, как община, мы хотим его почтить. Аллилуйя! Мазл тов! Аллилуйя! Аллилуйя! Он прожил только половину жизни, у него еще вторая половина впереди, столько же. Да, и поэтому у него еще очень долгий путь. Мы его сегодня подняли на стульях не просто так, потому что он такой хороший, чтобы он немножко приблизился к небесам. Немножечко. Увидел ближе славу царя. И увидя то, что он увидел, послужил еще долго для Царства Божьего. Многие из вас знают, что этот человек, он положил свою жизнь для служения Богу. Верный в Доме Божьем. И давайте мы благословим его, помолимся за него. И слава Господу! Аллилуйя! Отец, Отец, мы благодарны Тебе за нашего брата. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты призвал его в чудный свой свет. Для того, чтобы свет Иешуа Хамашиаха, через него он шел в этот мир. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты нашел его верным. Боже, и даешь ему это служение. Служение славить имя Твое. За то, что, Боже, когда он открывает свои уста, его уста, Боже, они созвучны с устам ангелов, Боже. И Твое сердце, оно радуется. Боже, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты благословил его прекрасной семьей. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты покрываешь все его нужды, за то, что Ты с ним во все дни жизни его. Как община, мы благословляем Тебя, наш брат. Мы благословляем Тебя, чтобы это был новым этапом в Твоем служении, чтобы это был новый этап Твоей жизни, хождения пред лицом Божьим. Да будет Дух Божий вдвойне на Тебе, как Он был до этого времени. Да будет милость Божия с тобой, и да будешь ты плодоносен еще более и более для Царства Христова. Слава тебе, Иешуа, за нашего брата. Благослови.